Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Я Наталья Парфенова, со мной Иван Паюченко. Это я. Всем говорю тоже добрый вечер. Вы смотрите программу «Вечерний Витебск». Сегодня 10 сентября. Вторник, казалось бы, только начался сентябрь, но вот уже прям так быстро-быстро и 10 число. Радует то, что погода шикарная. Я думаю, это вообще неоспоримый факт. Никто со мной не будет спорить по этому поводу. Ну и кроме погоды нас радуют различные события. Ну, в частности, интересные исторические факты, праздники, которые в этот день отметились в различных странах мира. И мы с Иваном готовы вам, друзья, уже озвучить этот список. Да, кстати, к слову о погоде, я сейчас, когда вижу, что там в очередной раз побит какой-то рекорд, я так радуюсь, думаю, бейте эти рекорды. Классно же. Сегодня день разноцветных букетов. Мне кажется, сейчас вот осенние цветы, такие самые последние, они прекрасны еще и тем, что, да, вот сейчас есть возможность насладиться ими, что называется, перед долгим-долгим таким зимним периодом. День портвейна отмечают сегодня в мире. Кстати, день карамельного чизкейка тоже сегодня. Как-то, мне кажется, связаны эти два события, не знаю. Международный день макияжа, всех профессионалов, ну и нас, девчонок, всех с праздником. Сегодня в США сразу несколько праздников, которые вот будут там отмечать. День вкусняшки, день обеда за просмотром телевизора, день обмена идеями. Я поздравляю с Днем детей Гондурас. В Гондурасе этот праздник отмечают. А в Китае сегодня отмечают День учителя. Ну и еще один интересный международный праздник. Называется он День альпака. И вот несколько интересных фактов об этих животных. Они удивительные, дружелюбные и очень умные. Их ценят за мягкую, неколючую и гипоаллергенную шерсть. Альпака – древняя родственница верблюда из Южной Америки. Кто бы мог подумать, шерсть альпака в 7 раз теплее овечий. При этом весит гораздо меньше, не колется и практически водонепроницаемая. Альпака настолько прекрасно ладит с людьми, что в некоторых странах их заводят ну, вот в качестве просто домашних животных. И также при реабилитационных центрах, при больницах, потому что они умеют поднимать настроение детям, взрослым и всем, кто планирует выздоравливать. Да, так что, у нас, друзья, в зоопарке живет целое семейство, так что можете отправиться и... Ну, не сегодня, не прямо сейчас, конечно, уже поздно, но в любой из ближайших дней. Завтра, да. Ну, а куда еще можно отправиться завтра, кроме зоопарка, вам расскажет наша постоянная рубрика «Афиша». Мы готовимся каждый раз для того, чтобы вы, дорогие друзья, наши дорогие телезрители, все культурные люди смогли спланировать ближайший день, какие-то интересные события для себя, чем-то наполниться, какими-то новыми впечатлениями. А потом мы будем знакомить вас с нашими гостями. Сегодня у нас творческий максимум. Максимально творческий эфир. Я думаю, что оценят нас особенно родители, но и дети, и подростки в том числе. В общем, присоединяйтесь к нам, делайте звук телевизоров громче. Это «Вечерний Витебск», и мы поехали. В Доме кино киносеанс анимационной ленты «Мемориальные комплексы Беларуси». Это альманах из 5 фильмов. Сюжет документального проекта рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Проект посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Картина призвана раскрыть юным и взрослым зрителям страницы истории в период войны, указать, где находятся места воинской славы, показать с помощью натурных съемок, как они выглядят. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска-Двина» в 15:00 откроется выставка «Пластилинографии. Мечты сбываются». Свои работы представляет мастер из Бешенковичей Галина Халабузарь. Художница-любитель выкладывает из крохотных кусочков пластилина картины, портреты, пейзажи, иконы. Ее работы впечатляют тонкостью исполнения. В художественном музее открылась выставка «Пен Кругер. Художественной школы Беларуси». Экспозиция создана на основе живописных, графических, скульптурных произведений из собраний Национального художественного музея Республики Беларусь и Витебского областного краеведческого музея. Представляет собой репрезентацию творческого наследия двух ярких белорусских живописцев – Юделя Пена и Якова Кругера, и целой плеяды их учеников. В ратуше выставка фоторабот известного витебского фотомастера Павла Бранштеттера «Мимолетность бытия». Фотограф родился недалеко от Витебска, в деревне Максимовка Городокского района. Фотографией увлекался со школьной скамьи. Для выражения своих идей мастер часто использовал цифры и знаки. Во многих его работах сталкиваются разные эпохи, будто бы накладываются друг на друга временные слои. В экспозиции представлено 50 фотографий, которые были переданы в фонды музея вдовой фотографа. В летнем амфитеатре пройдет закрытие концертного сезона. На большой городской вечеринке в стиле 90-х выступят известные витебские артисты и коллективы, специальные гости, группа «Отпетые мошенники» и группа «Вирус». Росточек, и через реченьку мосточек. Прекрасное выступление. Это была фольк-группа «Вытоки». И сейчас мы готовы знакомить вас с руководителем этих очаровательных юных дарований. Итак, в гостях у нас Оксана Володько, директор студии «Мастерская талантов». Кроме того, руководитель вокальных коллективов, вот непосредственно фольк-группы «Вытоки», шоу-группа «Какао» ожидает вас, друзья. Ну и есть еще детский хор «Большой». Кроме того, Оксана является артисткой ансамбля «Талака» Витебской филармонии. В общем, много у вас разных граней и разных интересностей, о которых мы сегодня поговорим. Да, добрый день. Добрый вечер, прошу прощения. Спасибо большое, что вы нашли время, и вы сегодня с нами. И основная задача юных артистов – это все-таки вокал, это вокальные коллективы, да? Несмотря на хореографические дополнения, вокал во главе угла. Сколько лет вы преподаете вокал? Так, вокал я преподаю уже 12 лет. Ого! Да, достаточно много, опыт у меня достаточно большой. Ну, я сама вокалистка, сама уже очень много работаю на сцене, поэтому я непосредственно учу детей тому, что умею сама. Но не все, кто умеют петь, умеют учить, умеют объяснить, умеют найти общий язык, тем более не с равноценными уже состоявшимися артистами, а вот совершенно юными, которые только еще даже и голос может сломаться, а может быть и вообще там нет голоса, а надо научить. Ну да, конечно. Ну, во-первых, у меня есть педагогическое образование, поэтому я непосредственно проще, и училась этому. Ну и, конечно, опыт. Опыт приходит с практикой, поэтому надо не бояться, надо начинать. И, наверное, достаточно быстро ты уже потом чувствуешь, твое это или не твое, потому что дети... Ну, дети – это мы, и это наше будущее. Нельзя несерьезно к этому подходить. То есть... Но ведь и дети от вас тоже ждут, ну, может быть, родители даже больше, чем дети, ждут какой-то обратной связи. Мы приводим своего наследника или наследницу, нам кажется, что самый чудесный и талантливый, естественно, у всех только такие. Да. Но, тем не менее, у каждого из нас свои суперспособности, и это не всегда вокальные способности. Объясняете ли вы родителям, что, ну, вот, извините, вам, наверное, надо в художественную школу попробовать или в там какой-то спортивный? Или вы все-таки даете шанс абсолютно всем, и если ребенок понимает или родитель понимает, что все-таки вот, ну, не то пальто, это не его история, и сам уйдет? Или как это происходит? Ну, во-первых, конечно, проходит прослушивание сначала. И не всегда ребенок может открыться за этих там несколько минут, которые мы проводим вместе. Да? Кто-то в силу возраста или в силу характера не сразу может раскрыться, не сразу может показать свои способности. Еще бывает мама какая-нибудь такая: давай, как репетировали. Да, и такое бывает. А бывает, ребенок просто не хочет этого, а хочет мама, да, какие-то свои амбиции какие-то, да, воплотить в ребенке. Но в основном... Знаете, в основном сразу видишь, потому что уже опыт большой, и сразу понимаешь, будет ли толк с этого ребенка, и это его или не его, потому что у меня концертные проекты, и здесь нужен определенный темперамент. То есть ребенок, если он открывается сразу, если он слышит хотя бы какие-то определенное количество нот, то это уже показатель, и какой-то элементарный ритмический рисунок может прохлопать, то с этим ребенком можно запросто работать. Все, даже это если уже показатели. Вроде бы не слышно каких-то суперданных вокальных. Да. Но бывает такое, что сразу слышишь, что вам бы в спорт, например. Да, вот все-таки, может быть, это и не совсем ваше. Да, очень корректно. Нельзя обидеть ни ребенка, ни родителя. Во-первых, не при ребенке никогда. Ты потом вызываешь родителя отдельно, и стараешься объяснить, что вот может быть. Или, может быть, на хореографии вы лучше хотите. Все-таки вот тут, может быть, вы больше разобьетесь. Хорошо, если родитель настаивает, дайте шанс. Да, бывает такое, что, вы знаете, так хочет, так хочет. Да, иногда и педагог может сделать там ошибку и не услышать за эти там 10 минут. Вот, поэтому, конечно, в любом случае предоставляем такую возможность. И действительно, иногда ребенок приходит несколько занятий, проводит в коллективе. Бывают детки, которые уже работали и поют, и они быстрее схватывают от этих детей, которые уже работали. Им даже проще перенять, вот они копируют их, слушают, смотрят на них, и это потом просто сам удивляешься, как я не рассмотрела, почему я не заметила, что это вот. А он, может быть, просто не показался, где-то немножко зажался, застеснялся, может быть, даже не меня детей каких-то, а может быть, наоборот, вот меня или родитель. Кстати, дети очень часто стесняются своего же родителя, даже не педагога, не детей, а именно родителя, и даже просят меня иногда: мама, можно, выйди, пожалуйста. То есть им проще, потому что дома тебе будут высказывать, а вот ты не так, а ты можешь так. Вот что-то не понравилось, а я свое мнение сложу сразу об этом ребенке. Вот, поэтому, разные дети, все всегда по-разному. То есть я делаю вывод, что все-таки артистический талант, да, ну, вот эта харизма, она важнее изначально, нежели какие-то данные вокальные, хореографические. Да, в том числе, да, очень важно. Ты видишь потом, ну, я учу детей не просто вокалу, я учу их быть артистами. Да, я учу их работать на сцене, а это ведь не только вокал. Я наблюдала, ну, довольно часто, ну, это больше, наверное, среди деток просто моих знакомых, они не участвуют ни в каких коллективах творческих, вокальных в частности, когда дома ребенок совершенно спокойно поет. Играет какая-то мелодия там по радио или еще где-то, и ребенок подпевает, и так классно подпевает. Или просто дома бывает там какие-то застолья, бабушка там запела, и, значит, малыш тоже подхватил. И прям я слышу силу голоса, хороший слух, ноты тянет, все интуитивно, все классно, круто. Но я говорю, так а чего вы не отдадите на вокал? И родители говорят, мы пытались, мы ходили вот в такую студию, мы ходили вот в такую студию, там вот нам сказали, что у нас, ну, значит, жанр вот такой, а у ребенка голос вот больше идет вот сюда. А в другой студии сказали, что мы ничего не услышали. И ребенок действительно застеснялся, закрылся, видимо, связки, да, сжались, и ничего не смог выдать. Что делать? Если к вам приходит, вот мы видели, что в итоге здесь больше в народную стилистику. Если приходит и, ну, нет народного голоса, что делать? Ну, во-первых, как-то не очень это все правильно, скажем так. Педагог должен найти выход из ситуации, он просто должен. Ну, если говорим конкретно о моей студии, то у меня есть разные направления, да, вокальные. В итоге это, конечно, народное. Да, у меня есть детский хор «Большой». Это маленькие дети. Почему «Большой» тогда? Да, потому что их много. Меня всегда это и умиляло. То есть, ну, хор «Большой», а выходят, ну, вот такие. Да, потому что их много, и они маленькие. И это, в общем, тоже очень здорово. Это детские песни, да, это вот такое начало самое, да, когда ты просто учишь их слышать, слушать, вот двигаться. Это такое, такая милота совсем. Вот. Хотя в итоге ко мне тоже пришли совсем махонькими детками, я растила, но я растила их сразу в направлении, то есть мы сразу, родители знали, куда они ведут. Услышали, да, вот, конечно, историю, что народное это вообще очень особенное, то есть этот яркий тембр, он иногда природой заложен изначально у ребенка. Да, иногда это и развиваешь, и не всегда тоже, опять-таки, услышишь. Особенно у маленького ребеночка, он же растет. Он может прийти таким, а через год он может тебе такое выдать. Вот просто, а потом с утра в один день такой, ну, мам. Именно так, именно так. Иногда настолько опускается вот, тембр, он становится настолько низким. И у меня есть более старшие детки, да, это такое более уже современные, это девчонки, такие подростки уже, которым хочется уже петь немножко повзрослее песни. То есть, опять-таки, даже вот у меня в студии можно найти разные направления вокальные. И если мы говорим о сольном пении, вот непосредственно, допустим, да, вот вы мне говорили про ребенка, если ребенок где-то зажался и боится, то вот как раз-таки можно отдать его сначала в коллектив, потому что он немножечко адаптируется, и он как бы чуть-чуть немножечко и спрячется где-то за кого-то, да, чуть-чуть где-то он услышит, кто-то хуже, кто-то лучше, да, и таким образом можно. Там разные возможности, разные способности у всех деток. Кто-то лучше поет, но справляется лучше с хореографией, да, кто-то лучше танцует, но вот немножечко здесь вот, допустим, кто-то, может быть, в музыкальную школу ходит, и у него где-то больше и быстрее развивается, да, какие-то способности, таланты. А кто-то вот только пришел, и причем, допустим, не там с 6 лет, а вдруг там в 10 лет, вот хочу петь, вот мама, хочу петь, вот сейчас вот все поют модно, и девчонка-подружка у меня какая-то запела, и я хочу. И вот, ну вот надо с этим что-то делать. То есть педагог должен что-то решать. Да, вот педагог должен находить вот эти возможности развить ребенка. Ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок зажался. Ни в коем случае. Значит, надо попробовать так или вот так. А после групповых занятий, пожалуйста, можете остаться и поработать сольно. Или взять параллельно, походить на групповые и на сольные. Так, ну что, я думаю, что любой человек, ну и родители, и ребенок, конечно, ждет результата от любых занятий. И, конечно, нам хочется где-то и свои силы проверить. Моя личная рекомендация: никогда не сравнивайте себя ни с кем, сравнивайте себя с самим собой или самой собой. То есть какая я была вчера, какая я стала сегодня и какой я могу стать завтра. Про результат мы поговорим буквально через 2 минуты, а сейчас прервемся на нашу постоянную рубрику, которая называется «Взгляд изнутри». Отдел изданий на иностранных языках предоставляет доступ к информационным ресурсам на 36 языках мира. Сегодня его по праву можно считать лингвистическим информационно-образовательным центром Витебской областной библиотеки. В момент основания Витебского отделения Белорусской государственной библиотеки в 1929 году одним из 6 структурных подразделений был отдел иностранных книг. Но началом полноценной работы принято считать 1970 год, когда в библиотеке имени Ленина был открыт сектор иностранной литературы, который располагал изданиями на 11 языках. Преодолеть языковой барьер через общение и знакомство с мировым культурным наследием читателям помогают материалы из универсального фонда отдела, численность которого составляет почти 13 000 единиц. В распоряжение посетителей предоставлена коллекция книг по философии и психологии, религии и социологии, политике и экономике, истории и праву. Весомым дополнением являются универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники и словари на разных языках. Они охватывают практически все отрасли знаний. Важную часть фонда составляют самоучители, учебники, учебно-методические пособия, практические руководства по иностранным языкам. Кроме этого, имеется богатое собрание художественной литературы на разных языках мира. Наиболее широко представлены произведения на английском, немецком, польском и французском языках. Особую гордость вызывают произведения на эсперанто. За время существования отдела выделился сегмент книг, который наиболее востребован у активной категории пользователей. Это издания по педагогике, языку и литературе, изобразительному искусству, архитектуре, туризму и лингвостранноведению. Фонд детской литературы отдела помогает детям, которые приходят в отдел с родителями, пополнить словарный запас и полюбить чтение на разных языках. В отделе есть научно-методические, художественно-образовательные журналы и газеты для любителей периодических изданий. Эти прекрасно выполненные полиграфические издания помогают улучшить языковые навыки и узнать много нового. Располагает отдел и мультимедийными материалами. Это компакт-диски с обучающими программами на разных иностранных языках, аудиокниги и страноведческие фильмы. Язык является главной составляющей культурного разнообразия, и его изучение вызывает желание ближе познакомиться со страной, ее традициями и искусством. В отделе постоянно экспонируются книжные выставки, проводятся обзоры новых поступлений, страноведческие и информационные часы, тематические встречи и вечера. В таких мероприятиях с ярким национальным колоритом активное участие принимают студенты-иностранцы учебных заведений нашего города. На интернациональных встречах в атмосфере дружбы и толерантности звучат стихи и песни на 10, 12 и даже 16 языках мира. Сотрудники отдела изданий на иностранных языках проводят различные мероприятия для школьников – литературные проекты, творческие мастерские, филологические ликбезы. Потенциал отдела изданий на иностранных языках не ограничивается возможностью дополнительного обучения для людей разного уровня языковой подготовки, возраста и профессий. В этом уникальном образовательно-культурном пространстве каждый может найти что-то для себя, от полезной информации до приятного времяпрепровождения. Мы продолжаем говорить о творчестве, а в частности о творчестве студии «Мастерская талантов» с Александрой Володько, Оксаной. Оксана, скажите, пожалуйста, все дети, которые занимаются в вашей студии, они вот просто в студии позанимались, там показали свои способности и пошли по домам? Или все-таки, помимо того, что сегодня здесь наш зритель увидел выступление одного из ваших коллективов и увидит еще одно выступление, это еще не конец, может быть, вы выходите еще на какие-то площадки? Вы знаете, да. У меня вообще концертные проекты, ну я, по крайней мере, это так называю, потому что мы работаем на сценах, и не только Витебска, да, мы неоднократно работали и на телевидении, вот у вас, да, мы работаем в концертном зале нашего города, и в филармонии, и мы были неоднократно приглашены во Дворец Республики, мы тоже там выступали, и причем на очень значимых мероприятиях, на очень ответственных концертах, что очень радует, поэтому... Слушайте, а как вы думаете, почему режиссеры так любят ваш коллектив? Вот я знаю, кто вас в Витебске часто приглашает на большие такие сборные концерты, и я знаю, за что вас любят, а как вы думаете, вот почему вам так доверяют? Ну, наверное, потому что у меня дети, которые, ну, они артисты, я могу их называть артистами, потому что они маленькие, но они работают на уровне, не побоюсь этого слова, наших звезд, то есть эстрады, по крайней мере. Не просто кружок, да, вокальный, да, то есть вы прям топите за профессионализм с первых нот. Я стараюсь каждое произведение, которые я беру в работу, я очень тщательно изучаю, и я, наверное, уже немножко научилась понимать, пойдет оно на сцену, или понравится оно режиссерам, или не понравится. И стараюсь брать такие произведения, которые будут звучать на сценах, и которые режиссеры захотят увидеть и захотят позвать именно мой коллектив. Ну вот что там должно быть? Там костюмы имеют значение, или эффектность, или мелодичность, запоминающиеся какие-то ноты, когда хочется, знаете, ты слышишь первый раз эту мелодию или эту песню, и тебе прям хочется уже пританцовывать и что-то там подпевать где-то. И это в том числе. Да? Конечно, больше востребованы произведения, да, веселые, танцевальные, запоминающиеся, но в то же время я стараюсь брать произведения такие, которые не заезжены. Я стараюсь не работать с произведениями, которые кто-то уже поет. То есть я ищу, особенно с фольк-группы «Вытоки», я беру совершенно неизвестные произведения и делаю самоаранжировки и постановки, да, хореографические, потому что кроме того, что он должен прозвучать, он ведь должен просмотреться. А чтобы он просмотрелся на сцене, это нужно сделать целую красивую картинку. И это костюмы в том числе, и это работающие, улыбающиеся дети. Да, и это красивый звук, это красивая музыка, это красивый вид этих детей, да, ну, то есть костюмы. Поэтому, ну, это достаточно все, конечно, и затратно, да, но это стоит того. Потому что мы действительно работаем на результат. Ну и невозможно второй раз произвести первое впечатление. Да, действительно, ваши дети выглядят такими маленькими профессионалами, вот за что их на самом деле и любят. То есть сначала это вызывает умиление, а потом восторг от того, что они на самом деле все так это четко, правильно делают, и это не может не вызвать ничего, кроме удовольствия. А вот сами ваши дети, как они воспринимают ту возможность, которую они получают выходить на вот эти большие сцены? Не ловят ли они вот эту звездную болезнь уже, когда, говорят, главная сцена республики, и все, и выходят в итоге, их уже выводят наравне с большими артистами? Ну, знаете, я думаю, что все-таки это их стимулирует. Нет, мы звездную болезнь пока, по крайней мере, мы не словили, хотя вот этим малышам, которые сейчас выступали перед нами, они работают уже 5 лет. Вот в этом году у них будет маленький юбилей. Мне кажется, им всего 5 лет. Это они чуть-чуть постарше. Но уже 5 лет они работают. Так, они большие молодцы. Вы знаете, иногда нас просят исполнить именно какую-то песню. И это бывает нужно сделать очень за короткий срок. Вот нужна вот эта песня, и кто это может сделать? И уже знают, что если просят меня, то это будет сделано профессионально, будет сделано быстро и качественно. И что вот эти дети, они сработают так, как надо. Они невероятно трудоспособные. Вот вы должны представить, насколько дети могут работать больше, чем взрослые. Оксана, без перерывов. Скажите, а в какой момент вашей жизни вы поняли, что песня и вообще творчество – это ваше, что вы готовы посвятить этому всю свою жизнь? Когда я поступила в музыкальное училище. Угу. То есть музыкальную школу я закончила, ну, как бы музыка, все хорошо, нравится, ну, здорово и ладно. А вот когда я поступила в музыкальное училище в Новополоцкое, настолько были профессиональные педагоги, настолько они смогли вложить вот эту любовь к музыке, к народной музыке. Причем я пришла туда абсолютно не народница, я и не понимала, в какую мне, куда мне там идти, академистка, там эстрадница, куда и что. То есть они, вот они услышали, что я должна быть народницей. И с первого курса я поняла, что это мое. Вот. Ну и последний вопрос. Что бы вы могли рекомендовать или вот каково ваше мнение для начинающего артиста, который хочет вырасти в ранг профессионала, что это не просто для себя, для там, ну, как хобби или пока я тут не определился или не определилась с тем, кем я хочу стать, когда вырасту, ну вот мне нравится петь или танцевать, и я пока этим занимаюсь. Но я говорю про людей, про тех, кто все-таки стремится к профессионализму и желает свою жизнь связать с искусством и с творчеством. Что бы вы рекомендовали, как вам кажется, какой, может быть, основной чертой характера должен обладать этот человек? Ну, если мы говорим о детях, да, непосредственно о детях, то трудолюбие огромное должно быть. Это очень большая работа, так же, как и... там репетиторы по математике, да, они должны очень много заниматься. Голос – это не инструмент. Да, если мы можем технику там, ручек, пальчиков развить, то голос – это слух. Мы не можем нажать на кнопочку, и он зазвучит именно так, как нужно. То есть это огромная работа. Это очень хороший педагог, и которого тоже не сразу найдешь. Не стесняться менять педагогов, может быть, менять студии, менять направления. Но очень плохо, если занимаются сразу нескольких. Это тоже нехорошо, ребенок не понимает, что от него требует, каждый педагог требует по-разному. Поэтому если меняете, значит, у одного, потом у другого. Когда подобрали свой стиль, ну, это и вложение, конечно. Нужно ездить на конкурсы. Я поняла, делаем вывод. Значит, целеустремленность, терпение, трудолюбие и качественный педагог. Вот это вот формула успеха. Вы знаете, Оксана, я вот сейчас подумал, когда вы говорили про то, сколько лет вот эти дети занимаются у вас, которые до этого выступали, что ведь не одно поколение ваших вытоков, наверное, уже выросло на нашей программе. 10 лет исполняется в этом году «Вечернему Витебску», и мы по этому случаю разыгрываем 10 очень крутых призов здесь, в нашей студии. Вот сейчас в сентябре у нас на очереди робот-пылесос, и его могут выиграть все те, кто смотрит нашу программу, смотрят ее ежедневно. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть или поучаствовать для начала в розыгрыше робота-пылесоса, нужно собирать счастливые слова. Сегодня счастливое слово «танцевать». И дети танцуют, и робот-пылесос, если правильно его запрограммировать, может танцевать. Для чего нужны счастливые слова? Вот сегодня счастливое слово «танцевать». А для того, чтобы в конце месяца из всех счастливых слов составить небольшой рассказ, прислать его нам в инстаграм-аккаунт «Беларусь4Витебск» и стать участником розыгрыша. Ну а в день рождения нашей программы, кстати, совсем скоро уже, вот в октябре, мы разыграем наш главный приз. И это будет путешествие. Подробности вы всегда найдете на vtv.by. Ну а зайдя на наш канал в YouTube, небольшой секрет вам открою, если вы не знали до этого, можно пересмотреть все наши выпуски, дособирать недостающие счастливые слова. Вас мы благодарим. Ну а сейчас давайте посмотрим на девчонок, которые чуть-чуть постарше, и это будет шоу-группа «Какао». Я уверен, девчонки поразят всех наших телезрителей. Затем будет небольшой перерыв на рубрику, которая называется «Таямніцы Віцебска». Прогуляемся по нашему городу и снова вернемся в студию. Представим вам еще одну нашу гостью. Следуя за мечтою, вместе идти легко. Цель высока порой, но ты сможешь все. Куда идти, подскажет сердце, только слушай его. Твори, живи и знай, что нет невозможного ничего. Прывітанне, сябры. Калі сустракаеш у Віцебску гасцей нашага цудоўнага горада і блукаеш з імі вулачкамі па старой частцы, даволі часта задаюць пытанні: а што гэта за дом? А што ў ім было? А хто ўладальнік? А калі быў пабудаваны? Шкада, але не на кожнае з гэтых пытанняў ёсць адказ, бо не ўсё захавалася ў архівах праз рэвалюцыю ды войны. Заўжды звяртае на сябе ўвагу прыгожы дом, які стаіць на рагу былой афіцэрскай, сучаснай Суворова, і вуліцы Янкі Купалы. Калі ісці ў заапарк з боку вуліцы Леніна, адмінуць яго немагчыма. Дзякуючы краязнаўцу Аркадзію Падліпскаму, маем што распавесці пра гэты будынак. Гэты дом належаў Лазару Ісакавічу Фішкаву, які вучыўся на архітэктара ў ЗША, а потым вярнуўся ў Віцебск і пабудаваў уласнае жытло. Тут яго сям'я і жыла да рэвалюцыі. Таксама тут размяшчалася і віцебскае аддзяленне таварыства распаўсюджвання асветы сярод габрэяў Расіі, якое ўзнікла яшчэ ў 1863 годзе і налічвала звыш за 400 чалавек. Таварыства забяспечвала дзейнасць суботняй школы, ладзіла лекцыі, размовы, курсы для настаўнікаў і іншыя культурна-асветніцкія мерапрыемствы. У таварыстве стварылі калекцыі мінералаў, агульную і дзіцячую бібліятэкі, перасоўны музей, муляжы птушак і жывёл. Існавала віцебскае аддзяленне за кошт ахвяраванняў. Вядома, што ў савецкія часы Фішкавых уплатнілі і гаспадарам пакінулі ўсяго толькі 2 пакоі, а ў астатнія засялілі зусім старонніх людзей. У Лазара і яго жонкі Басі Бэйлы было 5 сыноў і дачка. Старшы сын Леў быў урачом і ўдзельнічаў у Першай сусветнай вайне. Усё жыццё ён разам з жонкай збіраў творы мастацтва, якія потым перадаў гораду Сухумі, у якім шмат гадоў пражыў. Вось цяпер і вы даведаліся пра гэты цікавы дом і нашых землякоў. Да сустрэчы, сябры! Дорогие друзья, ну вот ни для кого не секрет, но тем не менее, еще раз эту грустную новость озвучу. Закончились летние каникулы, зато полные сил загорелые дети, подростки и взрослые вернулись в привычный ритм жизни. Мы продолжаем учиться, ходить на какие-то занятия дополнительные, на кружки, в какие-то развивающие секции, студии. Родители продолжают работать, и все меньше времени остается на то, чтобы просто провести время дома со своими родными и близкими. Тем драгоценнее это время, проведенное вместе. Мы сегодня предлагаем вам мастер-класс вместе с художницей Оксаной Овсянко. Оксана у нас в гостях сегодня. Оксана пришла не с пустыми руками. Предлагаем вам мастер-класс по изготовлению. Ну вот, как пример, такие симпатичные тыковки мы будем сегодня делать, что-то похожее. Да? Вы сможете проявить свое творчество, вы можете занять своих детей. Я думаю, с удовольствием присоединятся подростки. Я думаю, с удовольствием присоединятся даже папы, бабушки и дедушки. Ну, бабушки вряд ли, они просто принесут свой дачный урожай и скажут: вот вам, зачем вам делать цветы? Ну, ты знаешь, есть такие бабушки. Согласен. Согласен, да. Так, я уже всю интригу раскрыла, да? Оксана, мы делаем тыковки. Постепенно начинаем, ну и будем разговаривать с вами. Так что с чего мы начнем? Мы начнем с того, что возьмем лоскуты ткани. Так. Размер может быть абсолютно любой. Ну, что в зависимости от размера тыквы, да, которую мы планируем. Мы хотим потом в итоге получить, он у нас где-то 15 на 15. То есть, в принципе, это кусок ткани, который сшит с двух сторон, вот насквозь. Дальше продолжаем делать, и вы повторяйте за мной. Хорошо. Берем наши веревочки, которые, кстати, нужно подготовить заранее. Проскочила момент, нарезала длину веревочек чуть длиннее самой ткани. Вот. С одной стороны мы берем и фиксируем все это в узелок. Так, это я могу. Только желательно ближе к краю. Чтобы сэкономить длину веревочки, да, я поняла. Что, чтобы не было у нас все четко рассчитано. Да. Затянули. Потом берем наши свободные кончики, проводим через середину ткани, ну стараемся, да? Так. Ну, то есть мы просто положили внутрь наши веревочки. Делаем хвостик. Сделали хвостик. Пока похоже на какой-то фокус. Да, кажется, что... Главное, чтобы он удался. Так, держите. Так, теперь мы собираем в такую, ну, гармошечку, скажем так, этот хвостик вместе с тканью. Угу. Ну и желательно, чтобы хвостик оказался в центре. А может не оказаться, да? Может соскочить. Оксана, еще раз, я что-то я не очень поняла. Я думаю, наглядно будет. Вот эту веревочку дополнительную, что мы с ней, мы ее просто положили? Веревка в сторону откладываем, она пригодится чуть-чуть попозже. Так, и просто гармошкой складываем? Гармошечка, да, ну или произвольно, не обязательно гармошечка. Я поняла. А вот этот хвостик, который у нас с веревочкой? Он у нас вот тут вот должен, вот тут вот быть. Зафиксировать мы его по центру? Да. Это, угу. Так, ну вот поняла. Вы пока так творите, давайте, мы Оксана... фиксируем хвостик. Ага. Оксана, немножко еще познакомимся с вами чуть-чуть больше. Вы художник, вас представили как художника. Так. Вы учились, да? Вы не художник-самоучка. Училась по жизни, училась и художественная школа, и училище, и университет. То есть ни на секунду вы не сомневались, что хотите быть... Ну, как вам сказать, сомнения вообще присущи, особенно женщинам. Вот, поэтому сомнений, поисков себя было достаточно много, но искусство – это то, что было со мной по жизни, и я, в принципе, осталась с этим, осталась этому верна, скажем так. Ну, а себя вы нашли больше в каком виде творчества? То есть что вам близко? То есть попробовали вы, я так понимаю, все, да? Ну, или много всего? И в итоге к чему пришли? В итоге, я думаю, еще даже не итог, скажем так. Хорошо, на каком этапе сейчас? На этапе, ну, сейчас у меня такой важный этап. Сейчас, Наталья, переворачиваем. Так, пока Оксана отвечала, мы зафиксировали вот этой дополнительной веревочкой, про которую я волновалась. Да, мы вот это вот все вот мы сделали связали. Такую странную штуку. Угу. Потом ее выворачиваем на красивую сторону. Ага. Вот у нас получается как будто бы волосики. У вас такой, получается, бюджетный театр кукол. Ну, то чего нет. Так, и мы их разбираем, да, на составляющие. Это у нас получится дольки нашей будущей тыквы. У нас всего, тут знаете, сколько, ребята, хвостиков? 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, да. 6, мы забыли вам сказать, сколько у нас веревочек. А это, в принципе, не важно. Да, то есть может быть разное их количество. Может быть даже нечетное количество, абсолютно не важно. Разобрали и положили вниз. Угу. Вот так. И сейчас мы будем набивать нашу тыкву. Да? Сейчас поехали. Момент. Так. А чем мы ее набиваем? Ну, можно вообще чем угодно. Можно приобрести. Ну, это синтетическое... Волокно. Ну, скажем так, да? Ну, специально, да, для набивки. Да. Ну, мягкое, удобное. Я вернусь к своему вопросу. Да. Вы сейчас, как художник, на каком этапе находитесь? Ну, что вам близко? Я знаю, что, Оксана, вы являетесь участницей клуба «Контур». Все верно. Вот, расскажите, что вы там творите или вытворяете? И вытворяем, и творим, и выставки у нас постоянно. И это настолько... круто для художника, потому что когда художник двигается самостоятельно, ну, достаточно тяжело это делать. А когда ты находишься в коллективе единомышленников, и где вас поддерживают и направляют, и ходим, берем побольше, не жалеем, и ходим на пленэры. Вот, кстати, когда у нас форум был в Витебске, мы участвовали в нем, находились в сквере Суворова, писали... с натуры. Вот. Писали сквер? Ну, кто что хотел, скажем так. Ага. То есть расположились в сквере и там выбирали уже локацию, кому что ближе. И все же я вернусь к своему вопросу. И что же вам ближе? Ну что, живопись, графика, пастель. Живопись, пейзажи. Арт-объекты мне нравится, вот планирую создавать. Так, арт-объекты какие-то, которые в городскую среду можно вписать или просто... В интерьер. А, то есть типа тыковок, которые можно красиво расставить. Ну, это такое как бы более... Ну, понятно. Развлекательное, да. Понятно, что мы не всерьез как бы тоже делаем... Это мы делаем такое развлечение для души, как говорится. Ну, мне кажется, достаточно. Простите, я вот хочу выяснить. Нормально. Хватит мне, да? Что дальше? Дальше опять мы собираем вот с такой гармошечкой. Вот такую гармошечку собираем. Ой, простите, я не... Веревочку. Да. О, значит, сейчас будем завязывать, да? Да. Вот пока мои коллеги за столом, моя коллега за столом усиленно трудится над плюшевой тыквой, мы ненадолго прервемся для того, чтобы посмотреть рубрику «Стракатыя пацеркі». Что интересного расскажет нам Сергей Марков, сегодня мы узнаем из этой рубрики. Затем вернемся в студию, мастер-класс закончится, но у нас будет возможность еще немножко поговорить о творчестве Оксаны. Прывітанне, сябры. Мы даволі часта у размовах ужываем словы ці выразы, нават не думаючы пра іх літаральнае значэнне. І бываюць такія сітуацыі, калі падчас гутаркі з нейкім госці, ну, напрыклад, з Расіі, не-не, ды і праскочыць нейкае роднае слоўца. Суразмоўца перапытае, што ты такое зараз сказаў. А ты стаіш і думаеш, і не ведаеш, як перакласці гэтае слова. А хто ведае, пра які я зараз кажу выраз? Ці, прынамсі, хто пра яго здагадваецца? Дарэчы, адказ ужо прагучаў у маім пытанні. Гэта слова «прынамсі». Вельмі часта мы яго ўжываем, але далёка не кожны можа адразу сходу даць ягоны пераклад. Прынамсі, гэта па крайняй мере. Правяду прыклад з Кузьмы Чорнага. Да вечара дзень цягнуўся вельмі марудна. Прынамсі, яму так здавалася. Сябры, нават калі дзень будзе цягнуцца марудна, не падганяйце час, бо ўсё будзе як трэба, а можа яшчэ і лепш. Да сустрэчы. Мы продолжаем мастер-класс по созданию вот такой интерьерной, забавной тыквы. Значит, вы помните, да, что у нас тут усики торчат. И эти усики нам надо поднять наверх. Да, сейчас ловкость рук. Чтобы как бы разделить этими усиками, мы будем делать такие вмятинки. Сначала мы их просто подняли, и в какой момент мы будем их затягивать? Сейчас прям завязывайте вот другими усиками, которыми мы затягивали ткань, вот этими усиками обверните. Ага, сейчас я только найду эти хвостики, все поняла. Угу. То есть нам надо... Чтобы их... что-то завязать, надо сначала что-то развязать. Что-то развязать, да. Вроде бы и несложный процесс, но когда ты это делаешь впервые, то это, конечно... Но зато это затягивает, это забавно. Я вот представляю, как мило такая тыква будет смотреться где-то в детской, на кухне. А если сделать ее махонькой, то это может быть, ну, например, игольница. Да, абсолютно. Или футбольный мяч. Да, ну, очень в тему. Если есть дома маленькие дети, ну совсем такие ползунки, то для них вот такие вот мягкие игрушки очень-очень даже к месту. Так и есть. Так. Слушайте, а ведь «Контур» — это же клуб художников-любителей. Да. Но вы все-таки художник-профессионал. Там не запрещено быть профессионалом. А для чего вам, профессиональному опытному художнику, вот ну, такое общение, такая коммуникация, состоять в клубе? Что это вот вам лично расширяет дает? Кругозор, потому что когда ты сидишь дома и летаешь только в своих мыслях, это, ну, может быть, даже где-то и мешает. А когда ты общаешься с себе подобными, скажем так, людьми, которые неравнодушны к творчеству, питаете друг друга. И плюс дополнительные возможности, возможность выставить свои работы. Этому способствуют, помогают, продвигают. Сейчас мы берем скотч. Это такой малярный скотч. Малярный скотч, да. И будем делать вот такую ножку. Да. Это вам. Я так понимаю, что просто я это все... Небрежно вы не бойтесь, если там будут получаться складочки. Сейчас, может быть, подождите, я первая начну, хорошо, а вы меня догоните. Смотрю, четко завалено. Так, все клеится. Теперь берем у самого основания... Как можно ближе, да? Да. Ну, и схватываем плотно, да, наверное, нам надо максимально плотно этот хвостик сделать, чтобы не разбежались наши все веревочки. Они все скрепились. Ты пока там лови все, чтобы не убегали. А вот говоря о вас, о вашем творчестве, уже есть что выставить? Вот, чтобы сделать выставку. Да, планируется. В следующем году планируется выставка. Ну и плюс от контура мы выставляемся. Ну, и регулярно тоже... мы, что, конечно, в афише, афишу уже смотрим у нас. Да, да, да. Поэтому все пока только в планах. Но ну, здорово, вот... что такие планы есть. Смотрите, 25... Наташа, получается... Что она там? Все ли я делаю? Все а вообще вот... прекрасно, да. Лучше, чем у меня. Не может такого может быть. Абсолютно верно. Главное это верить. Подбодрить верить. Ученика. Конечно, да? Да. Ну вот мне кажется, что дома все вместе там, такую тыковку может сделать абсолютно любой человек, да. Начиная с 5-летнего возраста. Да. Малышей и кого угодно можно присоединить да. И к всем... этому делу. Так, все. А, вот этот хвостик ну, обрежьте, я пожалуйста. Обрежу. Угу. Так, что дальше? Дальше мы берем нашу веревочку. Угу. Сейчас я поделю на две части, чтобы нам... И нам надо сделать вот такую, обмотать, да? Да. Такой хвостик. Угу. Ну, вот вполне себе уже вот можете понаблюдать за моей тыковкой. Вот у меня она вот такая уже достаточно миленькая. Я так подумала, что можно даже такие делать подушечки, просто как диванные подушечки. Да, хвостик делать более плоским, допустим, да? Ну, помягче. Да. Так, и теперь тоже начинаем с основания. Теперь мы берем клеевой пистолет с горячим клеем и ставим у основания небольшую точечку. Угу. Чтобы зафиксировать, да? Можно обмазать, чтобы... Аккуратно, только не обожгитесь. Так. И нам надо зафиксировать нашу веревочку, правильно? Так. Точечку поставили. Так, точечка стоит. Так. Теперь берете веревочку и прикладываете ее таким образом. Угу. Угу. Поддержать немножко, да, чтобы чуть-чуть, она... да, чтобы она схватилась. Так, и что и потом? Все, и по кругу. Мотаем? Да. И мы мотаем. Мотаем наш хвостик. В принципе, можно сейчас устроить соревнование на скорости. У нас осталось 2 минуты. Кто торопимся, я думаю, что мы за 2 минуты. И не один хвостик мотаем. Надо плотно, да, затягивать, наверное. Вот так, да, старайтесь, чтобы она не болталась. Оксана, вы лично на выставках часто бываете? Вот, понятно, вы вдохновляетесь в сообществе единомышленников. Это вообще моя слабость. Вы сказали, мне сразу мурашки побежали. Это же, конечно же, это же как же без этого? Одно дело, да, сидеть в интернете, все это наблюдать. Благо, сейчас есть такая возможность. Раньше всего этого не было. Но пройти выставку какого-либо интересного художника, это же... Как можно упустить? Угу. Можно где-то посерединке поставить дополнительную, да, чтобы она фиксировалась. Угу. Поэтому с превеликим удовольствием вообще наблюдать все это, смотреть. А работы чьих художников вам нравится? Я имею в виду знаменитостей различных. Ну, в любом случае, когда мы проходим обучение в высших учебных заведениях, в среднеспециальных, в общем, в профессиональных, мы все равно изучаем историю этого искусства. Да, конечно. Мой любимый, если прям вот прям любимого-любимого, и причем интерес к этому художнику появился совсем случайно, увидев на обложке одной художественной книги, узнав, что это написал Сальвадор Дали. Потом уже в более старшем возрасте я приобрела книжку, без конца разглядывала все эти репродукции, изучала, потому что там ножницами не можно. Там есть такие детали, которые, как мне мой папа говорил, нужно рассматривать под увеличительным стеклом. Этим я и занималась, и человек-загадка, человек, ну, он был очень, конечно... Он очень интересный, своеобразный, талантливый, экстравагантный. Да. Я уже самостоятельно Смотрите, ученик решение, превзошел учителя. Да. Да, потому что говорю, время поджимает, нам показывает, что нам уже надо закругляться. Ну, значит, да. Это я просто хочу озвучить нашим зрителям. Да. Такая интересная с проволочкой внутри штучка. И вот мы сейчас завяжем и сделаем усики для нашей тыквы. Ну, должны же быть у нее симпатичные усики. Да. И тогда наша тыква, я думаю, превратится в карету. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы провели этот вечер с нами. Я благодарю, Оксана, вас за замечательный мастер-класс и за вдохновение, за настроение, в том числе осеннее, чудесное такое настроение. Я думаю, что во многих домах уже появятся волшебные загадочные тыковки и исполнят чье-нибудь желание. Наша программа выходит в эфир каждый вечер в 19:00 на Беларусь 4. Если вы что-то проглядели, переходите на наш официальный канал в YouTube, телерадиокомпания «Витебск», пересматривайте наши программы, оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал, собирайте счастливые слова и выигрывайте замечательные призы от нас. Все. До встречи, пока. Сейчас мы еще раз увидим здесь всех участников этого выпуска. Желаю всем нескучного вечера и до встречи уже завтра. Всего доброго, пока. Поговори со мной, сделай признание. Города над Двиной слышу дыхание из старой ратуши. Сердце биение, я навсегда с тобой, прямо с рождения. Витебск, вечерний Витебск, летним эфиром дышит музыкой листопада, глаз твоих теплотой. Витебск, вечерний Витебск, если меня ты слышишь, мне помаши с экрана, поговори со мной. Поговори со мной, тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та. Поговори со мной, тара-та-та, тара-та-та. Витебск, вечерний Витебск, летним эфиром дышит музыкой листопада, глаз твоих теплотой. Витебск, вечерний Витебск, если меня ты слышишь, мне помаши с экрана.